Всем привет, мои дорогие! Вот я снова вернулась, так как в прошлом видео я с 20 подняла всего до 25, то есть только 5000, и обещала вернуться. Вот я вернулась, чтобы посмотреть, что у меня из этого получится. Попробую я покидать кубики по 500. Да, по 500 я покидаю кубики. Ох, еще и зарядка садится. Блин, как же это все не вовремя. Два косарика, да, я поймала? Два косарика. Еще. Ну же, давай. Давай. 850. Еще 850, еще 850. Что-то совсем чуть-чуть. Есть X100! Я снова X100 по 500. 50 косарей! 50 косарей! 50 косарей подняла. И снова X100. Четвертый раз. Четвертый раз за неделю. И третий раз именно в эти кубики. Да, есть, супер, 72 косаря, 72 косаря на балансе. Это просто круто, это просто здорово. Блин, я просто в шоке. Так, изменю ставку на уменьшу и кину еще. Так, чисто для интереса, еще X100, блин. Ух же ж, как здорово-то, а! Я думаю, это достойно лайка, это достойно подписки на мой канал. Да, вот, не забывайте, подписывайтесь. Так, куда же бы мне еще сходить? X100, блин, как же ж это круто! По 500 рублей я поймала, правильно я выбрала ставочку. Я правильно, ну покручу я тут совсем по чуть-чуть теперь, потому что не знаю, что мне после такого выигрыша может дать. По соточке, да, по соточке. Как же ж это, да, есть X2-шечка, еще X2-шечка. Еще настольничек была богата, теперь уже нет. Теперь уже опять меня сливает. Будет вернее, но я попробую очень аккуратно, да. Еще я покручу сейчас фрут-коктейль. Нет, попробую я фараончик. Да, попробую фараончик. Что мне даст фараон? Наверное, по соточке. Да, по соточке я его. Еще. Не везет, но в принципе глупо было бы. Есть еще 5 косарей. 5 косарей мне еще дал фараон. Это сколько? Это X50, да, по-моему? Да, это X50. 100 косарей. Ну как же ж это круто, блин. Да что хоть сегодня тут творится? Это просто трэш какой-то. Нереальный трэш. Ну, блин. Еще жду чего-нибудь. Да, еще пятихаточка. Как мне все. Еще 400. Да, как мне это душу греет. 100. После X100-то, конечно, мне это 400 рублей, но тоже неплохо. Я просто кручу ради любопытства. Просто ради любопытства. Дает ли что-нибудь вообще после того, как выпадет X100? Так как время еще позволяет. Да, вот 200 рублей. Еще мне упало. Так, ну еще. Еще соточка. Ну, еще последнюю соточку. Не повезло. Ну, давай до 72 добьем. Давай добьем. Или что? Или попробовать. Попробую сейчас я еще фрут-коктейль до 72 тысяч. Да, просто ради интереса. Ради интереса. X100 по 500 рублей. Ну, это ж просто шикарно, согласитесь. Это просто шикарно. Я хотела хотя бы удвоить сумму.
но получилось ее умножить раз так в несколько. Так, я меняю ставку на 650, да, на 650 и кручу последний раз. И иду радоваться своей удаче. Да, все, ничего не вышло. Но я и так в хорошем-хорошем плюсе. Вот, так что я надеюсь, что вы порадуетесь за меня. Подпишитесь на мой канал, кто еще не подписан. И поставите лайк. Всем пока, удачи в играх.